Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Час дня, пора начинать. Всем привет, кто подключился. Сейчас я вам расскажу, чем будем сегодня заниматься на лекции. Сегодня лекция несколько необычная. Сейчас объясню, в чем ее необычность. Вот. Ну, то есть я могу рассказывать дифференциальное уравнение на разный уровень сложности рассказа, как бы может быть выбрано. Вот сегодня будет такая невысокая сложность. То есть я буду вам рассказывать, как я рассказываю обычно дифуры в МИЭФе. Вот. Ну, могу себе позволить, потом, естественно, перейдем в теоретическую плоскость. Это не сегодня, там в следующую пятницу какие-то будут теоремы доказываться. Но вот сегодня просто теорем не будет. Вот такая. И у нас несколько сюжетов. Значит, у нас есть первый сюжет. Это понятие равновесного решения. Или просто равновесие. Равновесное решение. Вот. Потом мы уйдем в макроэкономику резко. Вот. И я вам выведу модель Солу роста экономики. Динамической модели. Мы обсудим там наличие равновесия и качество этого равновесия. Модель Солу. Вот. И, наконец, вернемся уже в чистые дифуры. То есть мы будем рассматривать уравнение второго порядка. Вот такое, где А и Б. Оно линейное второго порядка. И коэффициент – это просто числа. А и Б – числа. То есть у нас такие три сегодня сюжета. Вот. Ну, начнем с равновесного решения. Вот смотрите, если у нас, предположим, неизвестная функция y от t, и она удовлетворяет вот такому уравнению dy по dt равняется f от y, это правая часть уравнения, где мы будем полагать в соответствии с доказанной в прошлую пятницу теоремой существования единственности, которая еще называется фундаментальной теоремой дифференциальных уравнений, это функция класса c1. Ну, для простоты можно считать, что область определения функции f – это вся числовая прямая. Вот. Если мы еще добавим начальные условия, ну, например, такое, значит, y при t равном t нулевое, это будет, ну, вот не y нулевое, давайте напишу y с волной, предположим. Вот так. Это у нас задача Каши. И мы знаем по этой теореме, эта задача имеет единственное решение вот при такой гладкости правой части. Собственно, само интегрирование этого уравнения не представляет труда, потому что вы сразу видите, разделяются переменные моментально. Да? То есть если считать, что правая часть не обращается в ноль, ни в одной точке, да? То есть я могу переписать вот так, dy на f от y, да? Это равняется интеграл dt, ну и, казалось бы, все. То есть оно не представляет интереса. Но это как сказать? Смотрите, значит, представим себе, что все-таки есть такое значение y, при котором f обращается в ноль. Давайте я очищу вверх. И охарактеризую правую часть немножко более детально. Да, то есть, значит, пусть... Есть y нулевое, некое число такое, что f от y нулевое равняется нулю.
эту функцию мы можем дифференцировать, и пусть у нас f' дополнительно в этой точке отлично от нуля. То есть значение производной либо больше нуля, либо меньше нуля. Вот. Заметим, что если я изменю начальные условия, вот было какое-то, неважно какое число, y с волной, значит, я его заменяю на y0, да? Вот, то что я могу сказать? Я могу сказать, что мое решение от t не зависит, тождественно равняется y0. Почему? Потому что эта константа при подстановке в уравнение в левую и правую часть ему удовлетворяет 0 слева, 0 справа и плюс еще начальные условия. И вот такое решение называется равновесие. Это равновесие. Поскольку следующий сюжет будет из макроэкономики, хочу сразу сказать, что макроэкономисты изучают такие равновесия, вот, и они их называют по-своему, поскольку вся макроэкономика переведена с английского на русский, решили, что называется, не париться и назвать по-английски steady state solution или просто steady state. На научной конференции, где выступают макроэкономисты русского происхождения, вся лекция читается по-русски, но вдруг появляется среди русских слов steady state, и тут все понимают, про что речь. Речь именно про это решение y нулевое. Ну, а в физике такие решения тоже есть. Точка покоя системы, да? Вот. Значит, никакого движения нет. Y нулевой констант. Вот. Теперь вопрос такой. Значит, я говорю, сегодня такая простая лекция, я не даю четких формулировок. Ну, вот понятие равновесия. Это решение задачи Каши, при том, что y нулевой является решением дифференциального уравнения. Ну, при подстановке удовлетворяет вот это вот. Это корень. Y нулевой – это корень правой части. Вот так. Но можно разделить, давайте такую физическую аналогию мы применим. Можно разделить эти равновесия, ну, грубо говоря, на два типа. На самом деле чуть больше, ну, пусть будет два типа. Значит, один тип такой. Представьте себе, что у нас есть физическая система, такая горка, здесь материальная точка. Ну, или нематериальная точка. То есть материальная, но не точка. Некий объект, шарик металлический. Да, вот как раз на вершине горки стоит. Вот. Ну, и будет стоять бесконечно долго, до какого-то катаклизма, который немножко шевельнет. Вот если я немножко сдвину в сторону, значит, понятно, шарик свалится, катится справа влево, но он не вернется обратно в эту точку покоя. Да. Но если у меня эта горка перевернута вверх ногами, и возникает такой желоб, то я могу разместить тот же шарик здесь внизу, качнуть его вправо или влево, значит, начнется колебательный процесс, он будет затухать из-за трения, естественно. Вот. И в конечном итоге все это успокоится, и шарик будет до следующего толчка лежать на дне вот этой выемки. Да? То есть вот совершенно интуитивно, пока не строго, мы как бы разделили на устойчивое положение равновесия и неустойчивое положение равновесия. Значит, в первом случае стоит чуть-чуть изменить положение этого шарика. Ну, я считаю, что это такая горка без плато. Там нет ровного участка, по которому можно передвигаться хоть как-то. Вот. А в втором случае мы видим, что отклонение от положения равновесия за какое-то время, может быть, довольно большое, значит, приводит. Ну, то есть за это время картина меняется, некий колебательный процесс, который затухает, и в итоге вот этот шарик остановится на дне. Так что вот такие физические аналогии, они нас готовят к понятию более четкому. Вот. Мы будем заниматься устойчивостью на серьезном взрослом уровне, но подальше, где-нибудь там в апреле месяце, будем изучать вот что нам предстоит. Изучать равновесие систем второго порядка. То есть у нас будет вот x с точкой равно f от x, y. Это одно уравнение. Y с точкой равно g от x, y. То есть вообще нелинейное уравнение второго порядка. Вот такие системы. То есть система второго порядка. Каждое уравнение первого порядка, но их два. Вот. И там уже будет все совершенно по-серьезному. То есть будут даны четкие определения, устойчивое положение, неустойчивое. Ну а сейчас пока так. А теперь, что я хочу сказать. Вот
я решил, что моя функция f от y зануляется в единственной точке y нулевая с ненулевой производной. Ну, давайте я нарисую две картинки. Одна картинка будет соответствовать поведению функции f, когда производная больше нуля в точке y нулевая. Вот. А вторая картинка будет показывать... поведение функции, где производная меньше нуля. Ну, давайте посмотрим. Значит, так, сейчас, минуточку. Так, сейчас нарисуем картиночку. Вот, значит, график f от y. Вот, f от y, функция от y. Значит, у нас здесь горизонтальная ось. Тут я размещаю y нулевое. Давайте для определенности считать f' в точке y нулевое больше нуля. Вообще, когда мы наблюдаем за движением решения, да, это происходит движение вдоль оси y, вправо-влево. Вот. Теперь график f примерно такой. Вот. А теперь мы с вами хотим прояснить картину. Вот как, например, либо расположение шарика на вершине горы, либо в ложбине. Это просто будет означать, я сказал, давайте сместим положение, да, выйдем из точки y0. Это просто будет означать, что я поменял начальное условие на другое. Да? Вот, например, я вернусь к записи, которая у меня была уже в самом начале y с волной. И будем давать считать для определенности, пусть будет y с волной меньше y нулевого. Значит, y с волной находится слева. Это начальное условие. А, вот посмотрите, что... левее точки y0 функция f отрицательна. Значит, функция будет убывать. Функция от времени зависит. Да? Вот. Функция будет убывать, но движение это одномерное. Значит, это просто будет означать, что вот моя стрелочка вот эта показывает направление движения вот этого объекта умозрительного. Идет влево. Не возвращается в y0. А если я возьму, например, y с волной правее y0, там функция f положительна, да, и y растет с течением времени. Стрелочка показывает движение вправо, но не в сторону положения равновесия. Да. То есть мы можем сказать, что вот моя картинка характеризует, просто картинка, да, вот по знаку производной в этой точке, я могу сказать, что это не устойчивое положение равновесия. Так и буду писать неустойчиво. Неустойчиво. Это равновесие неустойчиво. Вот так. Вторая картинка. Отрицательное производное поведение вот такое. И все меняется с точностью до наоборот. Беру вот эту точку y0, беру точку начальную левее. Там f' больше нуля. Стрелочка мне показывает, происходит движение в сторону равновесия. Беру точку правее. Там f' меньше нуля, y снижается. То есть обе стрелочки смотрятся в направлении y0 устойчиво. Устойчиво. Ну, такой пока интуитивный подход. Вот так. И скинуть вопросы. По-моему, довольно простые вещи. Вот. Окей. Нет вопросов? Тогда мы сейчас сразу резко уходим в область макроэкономики. Да, модель Соло. Ну, это еще было до Соло. Описание всей экономики страны в терминах производственной функции. Значит, у нас есть производственные функции. Ну, производственные функции более детально изучают в курсе микроэкономики, потому что это описание технологий. У фирмы есть технология. Вот. Но распространили потом американские экономисты на макроэкономику. И вот у нас есть выпуск продукции Q большое в соответствии вот с такой функцией. FKL. Вот с такой функцией. FKL. Да, где KL – это общий запас капитала, который меняется с течением времени. L – это труд. И мы примем такое допущение, что у нас
L себя представляет все население в данной экономике. Вот. Включая стариков глубоких и младенцев. Все, поскольку L входит в аргумент функции F, то как бы все трудоустроены. При этом население растет с постоянным темпом. То есть закон похож на закон физически радиоактивного распада вещества, но с той разницей, что мы считаем, что здесь прирост населения есть. То есть вот уравнение такое, L относится к L, как константа N на dt. DL – это прирост населения по отношению к населению в момент t, который составляло L, пропорционально моменту промежутку времени, прошедшему между двумя измерениями населения. Да? Ну и интегрирование почти устное дает нам вот такую зависимость. Значит, L – это есть L0 так, на E в степени nt. Экспоненциальный закон. Вот. Ну, сразу говорю, что в период Солу, который описывал экономику Соединенных Штатов, а это эпоха 50-х годов, когда была высокая рождаемость в стране, вот, это сейчас поколение уже вышло на пенсию, это бэби-бумеры, так называемые. Вот, N было положительным. N может быть отрицательным. Например, сейчас в России N отрицательный, потому что количество смертей превосходит количество рождений. Вот. Ну и сейчас, в особенности с ковидом, тем более разница увеличилась. Ну, вот будем считать, что N растущая. N больше нуля, то есть население растет. Значит, какие накладываются ограничения на поведение функции FKL в соответствии с макроэкономической теорией? Вот. Ну, эта функция у нас будет считаться достаточно гладкой. Класса C2. Значит, производные первого порядка больше нуля. Это, естественно, означает, что чем больше труда и капитала вы вкладываете, тем больше вы имеете выпуск продукции Q. Ну, и эта функция вогнутая. Это функция F, L вогнутая. Вот, значит, мы знаем критерии вогнутости из матанализа для функции двух переменных. Это означает, что Гессиан, построенный по вторым производным, у нас не положителен. Но мы будем даже требовать строгой вогнутости, предположим. Да? То есть у нас будет, отсюда вытекает, что вторые чистые производные меньше нуля. Меньше нуля. Вот. Ну, есть некое условие на смежной производной, но там оно не потребуется совсем. Вот так. Это я перечисляю свойства производных, но есть еще одно свойство. Как говорят макро- и микроэкономисты, эта функция обладает постоянной отдачей от масштаба. Постоянная отдача от масштаба. Постоянная отдача от масштаба. Вот. Но это экономический термин, а если мы вернемся в математику, то мы скажем, что функция f от KL однородная степень однородности 1. И будем правы, да, то есть проверка очень простая однородности. Мы умножаем капитал и труд на какой-то множитель t положительный, да, любой. KL. И это t выходит у нас в первой степени KL. Вот все, что можно сказать. Нет, правда, есть еще одно требование, но оно проявится чуть позже. Дело в том, что сделал Солу? Солу выписал динамическое уравнение, это дифференциальное уравнение первого порядка, мы сейчас к этому придем, по которому изменяется капитал, деленный на капитал на душу населения. То есть капитал, вот это большой К, деленный на большое L. То есть в перспективе мы должны с вами получить уравнение относительно k делить на l. Вот. И авторское обозначение Солу, он выбрал маленькое k. Вот. Капитал на душу населения. Вот маленькое k. И вот из производственной функции, которая здесь задана, как функция двух переменных, мы, опираясь на однородность функции, выведем, получим новую функцию, обозначим ее буквой маленькой f. И вот она будет у нас еще иметь дополнительные свойства, как ведет производная себя в окрестности нуля.
Вот. Сейчас мы это увидим. Теперь, значит, капитал обладает свойством износа. Амортизация капитала из понятия. Амортизация капитала. Износ капитала. Износ бывает физический и такой моральный, устаревание. Да, капитала. Значит, макроэкономисты выбрали очень простую формулу. Абсолютно заимствовали у физиков закон радиоактивного распада вещества. Вот, то есть ДК делить на К равно минус дельта умножить на ДТ. Дельта больше как раз уже однозначно только положительная дельта. Норма амортизации. Вот такой, такой параметр есть. Норма амортизации. Для капитала разного типа, вот, это может быть какой-то станочный парк, это может быть недвижимость производственная. Естественно, эти дельты совершенно разные. Вот, станочный парк изнашивается гораздо быстрее, чем фабричный корпус, условно говоря. Ну, в общем, это отдельное направление в экономике, такое очень прикладное. Вот. Теперь смотрите, значит, еще один параметр экономический нам потребуется, это норма сбережения. S, заключенная между нулем и единицей. Норма сбережения. Это вот что такое. Значит, все, что произведено, называется ВВП. Да? Внутренний валовый продукт. ВВП. Вот это вот. Q большое я писал. Q большое. Q большое равно F. Это ВВП. Значит, если я поделю левую и правую части на L, то я получу ВВП на душу населения. Очень важная характеристика, мы знаем. Да? По ней сравнивают страны. То есть страна, как Россия, довольно крупная. Она имеет достаточно большой ВВП, но когда поделишь на душу населения, уже результат не впечатляет, конечно. Вот теперь смотрите следующее. Значит, мы будем наблюдать за изменением капитала. Значит, какая часть капитала идет на сбережение? Сбережение зачем? Это не финансовые потоки, а это именно сбережение, которое идет на инвестирование. Да? А инвестирование бывает двух типов. Во-первых, надо компенсировать износ капитала, компенсация. Плюс надо наращивать капитал, если мы хотим, чтобы экономика росла. И это выглядит таким образом. Значит, смотрите, часть ВВП, я успею поделить на L, я пока буду без L писать. Значит, часть ВВП, это вот доля, которая идет на сбережение, а на самом деле на инвестирование, да? S, F, K, L. Так, на что это идет? На компенсацию амортизации капитала, дельта K, плюс инвестирование, К с точкой. Вот так. Вот это уравнение, с которого начинаем. Так? А вот теперь уже здесь поделим на L. Левую и правую часть поделим на L. Вот. Ну, в силу того, что функция F однородная, L можно занести в аргумент. И давайте мы с вами ведем, как я обещал, маленькое F от K. Это ВВП на душу населения. Это и есть вот определение F. Здесь будет K на L. То, что можно заменить маленькой буквой K. Здесь стоит единичка. Так. И я уже готов вывести уравнение соло, но единственное, у меня какая незадача. Вот я хотел бы записать К с точкой делить на L через маленькое К. Это можно сделать следующим образом. Значит, продифференцировать как L. Как, значит, смотрите, если я продифференцирую частное, получится L квадрат. Здесь будет L K с точкой минус K L с точкой. Так. И я могу расписать. У меня будет как раз K с точкой делить на L. Это то слагаемое, которое меня беспокоит. Я хочу его выразить. Потому что он мне фигурирует в уравнении. Так. Минус L с точкой на L. А это наш темп роста населения. А K на L. Ну, то есть я расцепил L квадрат как L на L.
и почленно поделил. У меня получилось n умножить на k. И вот это есть как раз k маленькой с точкой. Потому что я с этого начал. Видите, d по dt, это есть k маленькая. Производная по времени обозначается точкой над буквой, над переменной. Вот. Это позволит мне, если я найду свободное место наверху, да, позволит переписать. Что я получаю здесь? Я получаю, что значит, k с точкой делить на L равно k с точкой делить на L равно nk плюс k с точкой. K с точкой плюс nk плюс компенсация, вот это слагаемая, компенсация амортизации. То есть дельта k равно s f от k. Или с точкой равно s f от k минус плюс дельта умножить на k. Это называется уравнение накопления капитала соло. Вот мы его увидели. Так, вопросы. Я знаю, что вопросы обязаны быть. Я читал похожую лекцию на ПАДе, и там народ очень увлечен экономикой и все время спрашивает. Я думаю, что вас, правда, немного почему-то ходит очень. Вот, и наверняка есть интересующиеся. Давайте, я готов все объяснить, если что-нибудь понятно. Никто не спрашивает ничего? Все понятно? Вот. Можно спросить, пожалуйста, еще раз, вот последний переход. Да, да, KL, конечно, конечно. KL с точкой поделить на n в квадрате, это то же самое, что nk. Вот это я не очень понимаю. Сейчас расскажу, конечно, конечно. Я ждал этого вопроса, потому что ну, так не бывает, если на программе анализа данных там были постоянно вопросы, как это выводится, еще раз повторяю. Значит, смотрите, с чего мы начинали? Мы начинали следующее. Значит, у нас вот эта доля ВВП уходит на инвестирование. Вот она, КАИР. То есть мы начинаем с этого, что эта доля идет на компенсацию потери капитала в силу естественного износа. Плюс мы развиваем капитал, то есть мы ждем, что косточка будет больше нуля. Да, наращивание капитала, что говорит о росте экономики, естественно. Теперь, значит, если я обе части делю на L, вот, то в левой части вот в этой ничего, кроме как S умножить на F маленькое от K, мы не получим. Просто L заносится в аргумент в силу однородности. Поэтому у нас пристальное внимание вот к правой части. Да, но дельта, дельта умножить на K делить на L, это дельта на K. Дельта на k, вот оно вот здесь слагаемое, да, и как оно было написано изначально, так оно и стоит. Значит, вот, значит, здесь такая работа, смотрите, значит, еще раз повторю, работа со следующим. Я должен избавиться, в каком смысле, k большое с точкой делить на l, это слагаемое переписать через маленькое k. Это вполне реально сделать, потому что если вы поставите такую задачу продифференцировать по времени отношения k к L, это есть маленькое k, да, что вы получите? Значит, у вас производная частного, здесь будет L квадрат, здесь будет LK с точкой минус L с точкой k. Так? Мы почленно делим, и у нас все получается. То есть вот я как раз вот эту комбинацию, я ее вижу, она у меня есть. Я могу ее подставить, смотрите. У меня получается так. Маленькая k, это есть маленькая k с точкой, равняется большой k делить на l, ну, потому что это l с этим сократилось, минус тут l квадрат, k делить на l, это, естественно, маленькая k, а l с точкой делить на l, это n, там просто. Так? И вот это слагаемое, я вижу, что оно равно k с точкой плюс kn, и просто его подставляю сюда. Это понятно, да? Все понятно? Спасибо. Ну, хорошо. Теперь смотрите, самое интересное начинается. Значит, давайте изобразим плоскость.
на которой Y – это горизонтальная ось, обозначает изменение Y у Y. Ну, от K, конечно, никакого Y нет. У меня капитал душ населения. Так, ну и смотрите. Вот здесь у меня K. Капитал душ населения. Вот, теперь. Одну вещь я забыл сказать. Смотрите, значит, я перечислял свойства производственной функции и все назвал правильно. Кстати говоря, вы можете заинтересоваться вот те все ограничения там, на знаки производных, первых, вторых, однородность функции, как это скажется на свойствах f маленькой от k. Значит, можно доказать, такая задача для матанализа, что из тех свойств вытекает, первая производная будет больше нуля, вторая производная будет меньше нуля, и дополнительно накладывается ограничение, что предел производной, такое дополнительное условие, мы сейчас поймем, зачем оно сделано, когда k стремится к нулю, ну, справа, равно плюс бесконечности. Бесконечный предел, но он может быть только больше нуля, потому что производная больше нуля. Вот такое дополнительное условие накладывается. Таким образом, график функции f от k напоминает корень квадратный. Да, примерно вот так выглядит. Вот корень квадратный. А если мы умножим на число меньше единицы, например, условно в голове держим одну вторую, то график сохранится, но он просто пойдет вот так у нас. То есть вот это верхний график. Это y, это, предположим, будет ось y. Нашли применение для буквы y. Это название оси. Это было f от k. Вот это y, это sf от k. Ну и надо провести прямую с уравнением y равно n плюс дельта, это положительное число, умножить на k. Из нуля идет, да? И обязательно пересечет. Ну, мы интересуемся этой точкой пересечения. Это есть наше k нулевое. Это равновесие и есть. Почему? Потому что мы нашли точку, в которой зануляется правая часть уравнения дифференциального. Обратите внимание, в этой точке s на f равно n плюс дельта умножить на k. Это точка как k нулевой. И это наше равновесие. Равновесие найдено, оно обязательно существует. Вот, это связано с тем, что моя функция f от k монотонно возрастает, раз, строго вогнутая, два. И вот это условие означает, что точно будет точка пересечения. То есть я рисую хорду под графиком вогнутой функции, которая еще, кстати, имеет бесконечную производную в нуле. То есть это обеспечивает в единственной точке пересечения вот этой вот хорды или секущей пересечение прямой с графиком функции s умножить на f от k. Так что равновесие здесь гарантировано. Это был первый результат соло. Второй результат соло был таким. Это равновесие оказывается устойчивым. Проверка такая. Значит, если в этой экономике начальное значение капитала на душу населения это k с волной, которая меньше k нулевого. Да, я взял точку слева. Что я вижу? Я вижу, что график s умножить на f от k находится выше, чем вот эта точка. Вот это вот зазор больше нуля. Так? Значит, в какую сторону будет двигаться мое решение вдоль оси k? Вправо. Потому что производная k с точкой положительная. Стрелочка показывает вправо. Хорошо. Взял k с волной правее точки, k нулевое. Смотрю. Там знак сменился. Там прямая выше, чем график функции s умножить на f от k. Знак отрицательный. Вот стрелочка показывает движение вправо. Справа налево. То есть стрелочки смотрят друг на другу. То есть это положение равновесия устойчиво. И по прошествии какого-то времени значит, наш капитал на душу населения будет иметь фиксированное значение. Вне зависимости от уровня начального капитала. Может быть, как меньше k0, как больше k0, но, в общем, неважно. Все равно мы придем в эту экономику. Вот. Один студент с программы «Анализ данных» мне задал такой интересный вопрос. Верно ли, что если брать капитал не на душу населения, а капитал суммарный, да? Что там рост капитала будет такой же, как рост народ населения. Да, это абсолютно правильно, потому что что такое k0? Это k
делить на L. Не забываем, что процесс динамический, и что k-функция от t и L от функции от t. Но темп роста населения задан, как принято говорить в экономике, экзогенно. Вот он сам по себе такой, и как бы на него ничего не влияет. Вот, поэтому получается, что k от t равняется k0, константа, на L0, начальная численность, момент времени, t нулевое, и на e в степени nt. Но это довольно печальный прогноз, потому что если темп роста населения очень низкий, а еще хуже, он отрицательный, n меньше нуля, то эта экономика просто будет сужаться, снижаться. Вот. Ну, для 50-х годов прошлого века это было достижение макроэкономическое. Кстати, это один из нобелевских лауреатов по экономике, Соло, получил за эту модель Нобелевскую премию по экономике. Вот. Но, конечно, модель далека от действительности, потому что тут же нет технологического прогресса никакого. Поэтому ему дали Нобелевскую премию как вот зачинателю вот этого изучения роста экономики. Вот, потому что, в общем, лавина публикаций была, и до сих пор это, в общем, тема довольно актуальна. Вот так. Какие вопросы? Сейчас мы, закончив макроэкономический анализ, сейчас перейдем к чистым дифурам. Вот так. Какие вопросы есть? Вот так. Хорошо. Поехали дальше. Итак, значит, линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. y2' плюс ay' y равняется нулю. Я начал с простого уравнения. Значит, какое развитие этой теории возможно? Вот. Ну, не сегодня, там, в следующую пятницу, предположим. Ну, во-первых, мы можем рассматривать линейное уравнение любого порядка конечного с постоянными коэффициентами. Ну, надо с чего-то начинать. Начинаем с уравнения второго порядка. Вот. Это уравнение, которое я написал, оно однородное, в том смысле, что справа стоит 0. Тут была в чате телеграм-канала дискуссия, что называется однородными дифференциальными уравнениями. Есть некое сложное место. Дело в том, что любое уравнение, ну, тем более линейное, обычно про линейные говорят, у которого 0 справа, называется однородным. А вот если бы нуля не было, была бы какая-то функция, зависящая от времени, оно было бы неоднородным. Это абсолютно верно. Но мы знаем, что у нас слово «неоднородное уравнение» еще используется применительно к уравнению первого порядка, там, где, ну вот, когда этот чат, я уже собрался отвечать на вопрос, но оказалось, что у нас очень грамотные грейдеры, то есть студенты, ну, учебные ассистенты с третьего курса, которые сразу сказали, что y' от x, если правая часть есть y делить на x, то это уравнение однородное. И это правильное, да? Хотя я даю немножко другое определение применительно к уравнению, записанному с помощью дифференциалов. Ну, это так, я отвлекся немножко, конечно, да, просто результат чтения телеграм-канала, переписки. Окей, значит, оно линейное, однородное. И здесь очень много аналогий, вот когда мы будем изучать это уравнение, аналогии с системами линейных уравнений из Линала. Матрица А – это матрица m на n, x – это n-мерный вектор, а x равняется нулю. Мы помним прекрасно эту теорию, вот, что если ранг матрицы А равняется, ну, матрица А равняется r, а r меньше n, а матрица m на n, то всякое решение представляется x в виде линейной комбинации c и t, где у нас индекс i пробегает значение единицы до n минус r, так, на какие-то вот линейно независимые решения. Вот такая формула описывает все решения данной системы. Оказывается, что для линейных дифуров, пусть даже у них коэффициенты не константы, а функции от x, это все то же самое верно. Ну и наступит момент, когда я сильно углублюсь в теорию, и все это буду доказывать. Просто сегодня такая легкая лекция, я не доказываю, а просто рассказываю, как все это выглядит. Вот. Понятно. Значит, в частности, для этого уравнения справедливый следующий результат, что, значит, всякое решение, это общее решение, мы обсуждаем общее, general solution, общее решение, выглядит
следующим образом. Оно является линейной комбинацией двух частных решений, которые линейно независимы. Абсолютно по аналогии с системой линейных уравнений. Итак, надо найти два линейно независимых решения, и любая их линейная комбинация будет решением, и наоборот, всякое решение, которое вы нашли, будет выглядеть как линейная комбинация. То есть такое полное описание решения. Вопрос таков. Значит, вот у нас пара функций. Есть y1 от x, y2 от x. Мы когда их называем линейно зависимыми? Абсолютно как в линале. Они же вектора. Из какого пространства функции? Ну, поскольку у нас фигурирует вторая производная, значит, мы говорим, что y1 от x, y2 от x – это функция класса c2, конечно. Да? Значит, мы их называем линейно зависимыми. Если найдутся две константы c1, c2, одновременно не обращающиеся в ноль, так, что у нас c1 на y1 от x плюс c2 на y2 от x тождественно равняется нулю. Три палочки. Для всех x. Вот. Ну, совсем как в линале для векторов. Да? Так вот, был такой математик, он работал во Франции, у него были связи с Польшей, в общем, его фамилия была польская, Бронский, который получил такой довольно очевидный результат. Значит, он рассмотрел такой определитель второго порядка. Вот. Ну, потом благодарные потомки стали называть это определителем Вронскианом, ну и понятно, из этих соображений он обозначается W, как всегда. Первую букву имени или фамилии математика, который что-то такое придумал важное и серьезное. Вот смотрите, что придумал Вронский. Значит, если в этом детерминанте в качестве первой строчки фигурируют вот эти функции, в качестве второй строчки их производные, вот, вот этот определитель, построенный по такому рецепту, называется Вронскианом системы функций, ну, система из двух уравнений. Вот, значит, смотрите. Если функции линейно зависимые, то их производные линейно зависимы с теми же константами c2. Да? Потому что вот это вот тождество можно дифференцировать по x. Тогда у вас возникнут штрихи. Теперь что мы видим? Значит, в этой матрице, если взять первый столбец умножить на c1, потом второй столбец на c2, и после этих домножений первый столбец прибавить ко второму, у вас полностью обнулится второй столбец. То есть у вас будет W от x тождественно равняться нулю. Так, значит, вот такой вывод сделал. Вот. Вот такой вывод можно сделать, что если у вас эти функции линейно зависимы, то Вронскиан этой системы функций тождественно равняется нулю. Вот. Стало быть, если вы берете две функции и проверяете их на линейную зависимость и не получаете тождественного нуля, то это о чем говорит? Говорит о том, что они линейно независимы. Правильно? В частности, например, пример о линейно независимых функциях. Ну, давайте два примера приведем. Один пример такой. Значит, вот синус x, косинус x. Две функции. Составляю Вронскиан. Здесь пишу сами функции. А тут их производные. Косинус x минус синус x. Вычисляю. Ну, в силу основного тригонометрического тождества, известной школы, я получаю минус 1. Даже можно три палочки нарисовать, потому что это тождественно. Это же не ноль, поэтому эти функции линейно независимы. Или, например, возьму две экспонента. Одна экспонента – это e в степени лямбда 1 на x, а вторая экспонента – e в степени лямбда 2 на x. И важно, что это разные лямбда. Ну, аналогично показывается, что у вас это будет уже, конечно, не константа W от x, это будет функция, но она никогда не обращается в ноль. Легко увидеть. Кто хочет, может продемонстрировать самостоятельно, посчитать Вронскиан. Это я к чему говорю, что возникает такое ощущение, что нам нужно постараться найти первое линейно независимое решение, ну, их два.
да, для данного уравнения, и чтобы они были как можно проще. Да. Ну и напрашивается, что самое простое, что можно, что приходит в голову, это как раз вот функция y от x равна e в степени лямбда x. Давайте подставим, убедимся. Значит, подставляю. Значит, лямбда квадрат e в степени лямбда x плюс а лямбда e в степени лямбда x плюс b e в степени лямбда x. Это равняется нулю. Экспонента может быть вычеркнута как общий множитель везде. И что же я вижу? Я получаю квадратное уравнение, которое называется по традиции характеристическое уравнение. Характеристическое уравнение. Это очень напоминает, что в Линале, да, было сделано, но в Линале характеристическое уравнение возникало, когда мы искали собственное значение, собственный вектор, как он помнит. Окей, значит, пришли в итоге к школьной математике. Нам нужно решить квадратное уравнение. Значит, тут есть три случая, да? Первый случай. Значит, у нас корни разные, и они вещественные. Второй случай. Лямбда 1 равно лямбда 2. Совпадающие корни. И третье, комплексные корни. Что же может быть? Вот три случая, сейчас мы их разберем. Так. Я так чувствую, что тут все понятно, вопросов нам быть не должно никаких, да. Хотя вот я не знаю, на программе анализа данных меня спрашивали, там, почему вы взяли экспонент. Я говорю, вы знаете, я экспериментирую. Я хочу подобрать решение. Я знаю, что если у меня две экспонента появятся с разными лямбда, это, по крайней мере, независимость гарантирует. Но если они еще и решение данного уравнения, вообще идеально. Вот так. Есть какие-нибудь вопросы? Ну, по-моему, довольно все просто. Окей, значит, квадратное уравнение характеристическое. Первое, второе. Здесь двойка, минус а, плюс минус. Дискриминант. Считаем, что больше нуля. Первый случай. Все. Значит, вот здесь вот у меня записано наше уравнение y2 штриха плюс а y штрих плюс b y равняется нулю. Вот так. Решение получено. Для любых констанций 1, c2 решением является c1 e лямбда 1x плюс c2 e лямбда 1x. Например, y2 штриха плюс y плюс штрих, конечно, плюс 2y равняется нулю. Корни мы видим минус 1, минус 2 по теореме Виета. Сразу выписываем решение c1 плюс c2 и минус 2. То есть очень легко. Очень легко. Вот. Сразу переходим ко второму случаю. Это совпадающие корни. Тут проблема. Проблема, что не хватает решений. Значит, понятно, что e в степени лямбда e сгодится. Ну, а где второе решение взять? Сейчас мы посмотрим. Итак, второй случай означает нулевой дискриминант. Значит, вот это 0. Это значит, что лямбда 1 равно лямбда 2 до минус а пополам. В частности, а квадрат равно 4b, дискриминант. Поэтому я могу b заменить. Я могу заменить b вот в этом уравнении. У меня получится уравнение y2 штриха плюс a y штрих плюс вместо b а квадрат на 4 y равняется 0. Утверждение. Что-то надо строго доказать. Функция x на e в степени лямбда x, но оно же и лямбда. Решение этого уравнения. Вот это уравнение, да, которое мы изучаем. Давайте докажем.
доказательство, если такое техническое, несложное. Вот. Так, значит, для этого я предлагаю продифференцировать. Пока лямбду пишу один раз. И второй раз. Ну, вы знаете, для второго раза я просто буду популяризировать такой глагол. Форму Левинса, которую я очень люблю. Значит, вам придется решать на семинарах и в домашке кучу таких уравнений. Поэтому вот полезная формула. Она избавит необходимости дифференцировать первый раз, если вам нужна только вторая производная. В частности, я на эту формулу могу не смотреть, могу написать сразу, смотрите, x степень лямбда x. X лямбда квадрат e в степени лямбда x плюс 2 лямбда e в степени лямбда x. Вот теперь представляю уравнение. Ну, пусть он будет перед глазами. И заменяю лямбду на минус а пополам. Так, с левого края начинаю. Так, и так, y два штриха имею. X квадрат на 4 e в степени минус а пополам x. Вот это слагаем. Дальше. Минус а лямбда минус а пополам, поэтому это минус а на экспоненту. Вот, это я справился только со второй производной. Теперь плюс а умножить на х штрих. Получается а е в степени минус а пополам на х. Второе слагаемое. Значит, у меня лямбда минус а пополам. Значит, получается минус квадрат пополам х и минус. И, наконец, самое последнее слагаем простое. А квадрат на 4. X e в степени минус а пополам x. Должен быть 0. Что мы видим? Это сокращается. Это сокращается. А квадрат на 4. А квадрат на 4 минус а квадрат. Все. Доказали. 0. Вот так. Хорошо. Ну, хорошо бы проверить еще линейную независимость с помощью Вронскиана. Это можно сделать успешно. Да? Значит, у меня здесь стоит e в степени лямбда x. Здесь стоит x e в степени лямбда x. Производная. Вот, значит, сейчас будет так. Так, производная. Значит, e в степени лямбда x. 1 плюс x лямбда. Вот так. В степени 2 лямбда x. Лямбда в степени. В степени 2 лямбда x. Никогда не обращается в ноль. Доказано. Так. У меня остался последний случай. Случай комплексных корней. Так что вот комплексные корни нам сейчас пригодятся, и мы будем с ними работать в течение всего этого курса дифуров. Так, есть какие-нибудь вопросы? Или все понятно? Мне кажется, здесь все понятно. Значит, ну давайте корни напишем. Значит, лямбда 1, 2. Пишу в такой форме. Минус а плюс минус мнимая единица. Вот какой будет дискриминант? А квадрат минус 4b. Я напишу в другом порядке. 4b минус а квадрат. Может, по условию это меньше нуля. Или, чтобы не тащить такое громоздкое выражение, я напишу, что это есть альфа плюс минус и мнимая единица бета. Теперь вопрос. Имеем ли мы право записать общее решение этого дифференциального уравнения в виде, смотрите, линейной комбинации?
Теоретически да. Потому что мы в рамках теории находимся, то есть мы нашли лямбду, одну и вторую, ну что из того, что они комплексные. Но проблема в том, что для приложений нам эта формула совершенно не годится. И надо что-то сделать. То есть задача такая. Найти вещественные значения. Найти вещественно значные. Вот длинное слово. Вещественно значные решения, а не те, которые здесь, чтобы они не содержали мнимую единицу I или I, как по-русски надо говорить. Чем займемся? Хорошо бы еще вспомнить, конечно, алгебру комплексных чисел. Мы можем это сделать без труда. Вот, потому что придется работать с комплексными числами. Значит, смотрите, значит, идея такая, сейчас скажу. Мы работаем с линейным однородным уравнением. И любая линейная комбинация двух решений является решением. Да? Значит, смотрите, если у вас Y1 решение, Y2 решение, значит, вы берете линейную комбинацию и подставляете в уравнение. Конечно, получите ноль. Ну, потому что надо просто расцепить, да? Это в силу того, что дифференцирование – это линейный оператор дифференцирования, да? Почему это наблюдение важно? Это наблюдение важно, потому что я, когда выписываю такую экспоненту, могу воспользоваться формулой Эйлера. Формула Эйлера, которая выглядит таким образом. Ну, и могу это вынести. Это пока не формула Эйлера. Формула Эйлера вот здесь будет в скобочках круглых. Это будет косинус бета х плюс и синус бета х в скобочках. Это формула Эйлера. Вот именно когда e в степени и бета х, я представляю в виде комбинации тригонометрических функций. Это формула Эйлера. Вот. Если я считаю e и возьму здесь со знаком минус, посмотрите, получится, соответственно, вот так. В силу, значит, опираюсь на четность косинуса, нечетность синуса. Минус. Здесь будет синус бета х. Теперь вопрос. Вот у меня есть два решения. Они у меня комплексно значны. Но если я возьму их полусумму, то я получу уже вещественно, значит, полусумма – это линейная комбинация решений, значит, тоже является решением, да? Вот. Но зато она вещественно значная. Смотрите, значит, я могу взять e альфа плюс и бета x. Зачем мне скобки? А, потому что я неправильно написал. Я там закрыл скобку. Так. Значит, я пишу 1 вторая, пусть будет квадратная скобка. Здесь альфа минус и бета х. Что я получаю? Я получаю e в степени альфа х на косинус бета х. Это точное решение. Я взял полусумму двух решений, это значит тоже решение. Ну и легко подумать, что мы можем вычитать. Только надо поделить на мнимую единицу, чтобы от нее избавиться. То есть мы не можем никак ее оставить в ответе. Вот так. 1 на 2 и. А тут взять разность. Мы получим степень альфа х на синус. Так, какие-нибудь вопросы есть?
поиску вещественно-значимых решений. Можно сразу экспоненту на косинус там подставить уравнение, можешь что-нибудь найти, чтобы не подставлять просто экспонент. Или неэффективно? Нет, сейчас, минуточку, смотрите. Сейчас я дайте пример приведу. Вот у меня вот такое есть уравнение. Например, сейчас 5y равно 0, да? Квадратное уравнение, характеристическое, как мы говорим. Сейчас мы разберемся. Корни комплексные. Вот по половинной формуле, лямбда первое, второе, значит, половина формулы, когда четверка пополам делится. Ну и там минус. Плюс-минус и. Вот наши корни. Так, вопрос. Как записать общее решение этого дифференциального уравнения? Смотрите, мы помним про минус 2. Это множитель e в степени альфа x. Он обязательно фигурирует здесь. То есть я пишу, смотрите, y равно произвольная константа c1. Вот это минус 2, это есть альфа. Значит, пишу e минус 2x. Дальше пошла тригонометрия. У меня есть косинус. Косинус просто x, конечно. Потому что бета равно единичке. Бета равно единичке. Так, и второе слагаемое. Две константы. Два решения линии независимых. c2, e минус 2x, синус x. Все, дело сделано. А в чем было ваше предложение? По-другому я не знаю как. Нет, просто вот мы вначале подставляли просто экспоненту. И если там характеристическое уравнение дискриминант меньше нуля, то мы вот эту штуку делали. А подойдет ли экспонента с косинусом, если дискриминант больше нуля? Нет, не подойдет. Примитивные функции, да, возникают только при отрицательном дискриминанте исключительно. Только при отрицательном. Вот так. Хорошо. Ну вот я вам быстрее рассказываю, чем на программе анализа данных. У меня есть еще целых 20 минут для рассказа. Значит, тут давайте, я, Митя, будет анонс. Вот, уже пойдут доказательства в следующую пятницу. В частности, а вот как нам справиться с уравнением произвольного порядка? Пусть оно будет линейное, пусть оно будет однородное, пусть у него будут постоянные коэффициенты. Вот, например, такое уравнение. Смотрите, значит, вот старшее производное. Здесь пошел коэффициент А1. Это все производные. И последний коэффициент АНY. И это равняется нулю. То есть все вот эти вот АИ, это просто числа, вещественные. Вот. Мы понимаем, что ну, многоточие неизбежно, потому что N не дано. Да. Условно говоря, Y, например, такое, y3 штриха плюс y2 штриха плюс y штрих плюс y равно нулю, как пример, да? Все коэффициенты равны единичке. Вот как решить такое уравнение? Вот. Ну, первая идея такая. Попробовать подставить e в степени лямбда x. А в итоге при подстановке мы получим снова характеристическое уравнение, но оно уже будет в степени n. А здесь, например, для этого примера оно будет кубическим. Да? Ну, например, значит, лямбда куб плюс лямбда квадрат плюс лямбда плюс единица равняется нулю. Равняется нулю, да? Вот. А как я решаю такое уравнение? Знаете, я его домножаю и делю на лямбда минус 1. Тогда я получаю взамен вот что. И, соответственно, нахожу легко корни, потому что лямбда в четвертой равно единице. Имеет 4 корня. Да? Значит, мы знаем какие-то корни. Плюс-минус 1 и плюс-минус i. Ну, потому что раскладывается на множитель. Лямбда квадрат минус 1 на лямбда плюс 1. Но для кубического уравнения все деление на лямбда минус 1, значит, один корень у нас уходит. Значит, здесь корни все такие. Значит, первый корень 1, минус 1. Единицу вычеркнем. Вот этот, плюс 1. Вот. Второй, третий, плюс-минус. Плюс-минус. Так. Соответственно, больше корней почему? Потому что порядок вырос. Да? Здесь уже уравнение третьего порядка. Значит, больше корней, соответственно, больше констант в ответе и больше линейно-независимых решений. Конкретно для данного уравнения я могу быстро написать.
Вот. Тут как бы одна и та же теория, она не сильно усложняется здесь. Позволяет мне выписать сразу ответ. Смотрите. У меня есть c1 на e в степени минус x. И у меня есть мнимая единица. Да? Это означает, ну, применительно к квадратному уравнению, что это альфа равняется нулю. Вот, а бета будет равняться плюс-минус единица. Да, для корня. То здесь будет так. Здесь нет экспонента, а так и чистая тригонометрия. c2 косинус x. c3 синус x, пожалуйста. Вот мы нашли решение. Есть какие-нибудь вопросы? Ну, это такая довольно простая техника. Вот. Возвращаясь вот к общему уравнению n-ного порядка. Значит, как я уже поступил с кубическим уравнением, да, то есть уравнение третьего порядка, которое породило кубическое уравнение. То же самое происходит и здесь. Вы можете подставить ее в степени лямбда x. Так, и у вас получится p от лямбда. Характеристический многочлен. Вот он ровно такой. Вы нулю приравниваете. Так. А дальше мы знаем. Основная теорема алгебры утверждает, что решение можно всегда найти, при этом с учетом кратности корней. Этих корней будет ровно n. Вот это все можно учесть и факторизовать. То есть представить в виде разложения на множители. Ну, в частности, например, у вас есть первый корень, имеет кратность k1. Второй корень, кратность k2. И так далее, и так далее. Ну и последний корень, это будет иметь номер m. Это будет степень km. Значит, это кратности корней, как мы понимаем. Это кратности корней. Значит, соответственно, вопрос возникает, как нам набрать такое количество решений? Нам нужно n решений. Да, когда мы все эти кратности сложим, мы, конечно, получим, естественно, n. Получим n. Вот степень характеристического уравнения и одновременно порядок Дефура. Значит, что здесь теория рассказывает? Теория здесь следующая. Это вот в следующую пятницу просто честно докажу все. Значит, выписываются все линейно независимые решения данного Дефура. Значит, они вот в фигурных скобках, да, некое множество функций. Они выглядят таким образом. Смотрите. Начинаем с первого корня. Они у нас все пронумерованы. Вот лямбда 1, первый корень. И мы пишем. Конечно, такая экспонента есть. А потом-то же корни совпадающие, да, будет ли верна вот эта идея, как мы для квадратного уравнения поступили? Мы умножили на x. Будет. А что делать дальше? Продолжать домножать на x. Значит, я ставлю здесь многоточие и пишу x. Самая высокая степень, которая здесь возможна, это k1 минус 1. И каждый раз я умножаю на e в степени лямбда x. И тут тоже многоточие, потому что корней много. Последний лямбда m, там структура такая же. То есть я беру e в степени лямбда mx и умножаю на степень x. Вот первая степень. Вот, ну и тоже многоточие. И вот здесь должен в самом конце, это край уже доски моей, здесь должен будет стоять x в степени km минус 1 на e в степени лямбда mx. Фигурная скобка закрылась. Вот. Ну, здесь самое интересное доказательство, конечно, да, этого результата. А так, конечно, при наличии вот этого результата, то легко вы решите любое уравнение. Решите любое уравнение. Сейчас под рукой нет. Это надо мне просто в другую комнату идти, Филиппова смотреть. Я давайте по памяти что-нибудь. Что я запомнил из задачника Филиппова? Например, вот такое уравнение. Значит, здесь у нас производная четвертого порядка плюс 8y два штриха плюс 16y равняется нулю. Вот такое уравнение четвертого порядка. Значит, у нас выписывается характеристическое уравнение.
лямбда в четвертой плюс 8 лямбда квадрат плюс 16 равняется 0. Значит, все видят, что оно биквадратное. Значит, лямбда квадрат плюс 4 квадрат равняется 0. Ну и корни кратные, чисто мнимые, корни чисто мнимые. И, значит, какие у нас корни здесь получаются? У нас корни получаются, что лямбда равно плюс-минус 2 и еще кратность 2 у каждого из корней. Кратность 2. Так? Ну, вот по этому рецепту давайте выписывать. Да, значит, вопрос такой. Написано через экспоненту. Означает ли это, что это, вот, это при наличии комплексных лямбд у вас все то же самое? Да, конечно. Вы можете считать, что у вас корни при факторизации многочлена какого типа корень, вещественный или комплексный, неважно совершенно, совершенно неважно. Вот, поэтому лямбда любое, которое здесь стоит, оно с лямбда первого до лямбда m, это может быть либо вещественный корень, либо комплексный корень. Просто, поскольку всегда нас просят найти вещественно значимое решение дифференциального уравнения, это будет означать, что в случае комплексных корней у нас возникают тригонометрические функции неизбежно. И вот смотрите, вот по этой формуле я описываю в фигурных скобках множество решений. Они образуют линейно независимую систему. Да? Значит, если без иксов брать, а иксы появятся неизбежно, значит, у меня есть такое решение. Синус 2х. Потом есть косинус 2х. И, соответственно, из-за кратности я умножаю на х. Синус 2х. Х косинус 2х. 2х. Итак, я готов записать уже общее решение. Четыре константы будут участвовать. Все. Жду ваших вопросов, если такие есть. Ну, по-моему, довольно простой материал. Вот. Теперь что еще можно сказать? Ну, у меня спросят, как решать неоднородное уравнение, конечно. Ну, вернемся, начинать с простого, да, к уравнению второго порядка. Я ставлю здесь какой-то f от x. Это непрерывная функция. Здесь используются две техники разные. Дело в том, что правая часть может быть специальной функцией. Специальной в кавычках. Просто специальность ее в том, что у нее свое название. Значит, пусть, криво написано, пусть f от x называется размогачным. Вот, это надо расшифровывать. Что такое квазимногочлен? Квазимногочлен – это, первое, просто многочлен. Многочлен. Х квадрат, условно говоря. Или там, х куб плюс х. Второе. Многочлен умноженный на экспоненту. Давайте напишу не словами, а в виде формулы. Здесь стоит μ х. Это многочлен. Третье. Это может быть p от x e в степени μ x на косинус бета x, или же p от x e в степени μ x синус бета x. Ну вот я исчерпал. Единственное, что в правой части может быть сумма квазимногочленов. Сумма квазимногочленов. Почему к ним такой интерес? Потому что в приложениях вот эти правые части часто бывают квазимногочленами. Часто бывают. Был такой исследователь
приложение дифференциальных уравнений к энергетике. Английский инженер, электрический инженер, electrical engineer такой, по фамилии Heaviside. И он все время интересовался, как меняется сила тока или напряжение в электрических цепях. Только там как раз источник электрической силы, ЭДС, помните, школу по физике, F от X как раз имел вид, квазимногочлена всегда. И Heaviside стал, самостоятельно изучил теорию комплексных чисел, стал применять их для решения дифферов и как-то очень преуспел в этой области. Вот так. Так, значит, какие есть вопросы? Значит, здесь специальная техника используется, метод неопределенных коэффициентов. То есть по виду правой части мы начинаем подбирать частные решения. Дело в том, что аналогия с системами линейных уравнений, она распространяется настолько далеко, что, смотрите, давайте в линале мы, когда работаем с неоднородными системами, как мы их решаем? АХ равно Б. Мы решаем таким образом. Надо найти хотя бы одно частное решение. Да? Там АХ нулевое равно Б. И тогда ваша формула для общего решения запишется с Х нулевого, а здесь как раз и будут, если будет стоять линейная комбинация решения однородного уравнения. Там вот Х и Б. Сумма по И. Здесь все то же самое. Вам надо найти общее решение однородного уравнения. Так, но это уже мы как бы прошли, да, мы понимаем, что это несложная задача, в общем. Вот. Но вот подбор частного решения – это некая задача уже нетривиальная. Вот. И в зависимости от вида правой части вы можете решать, вот, вы можете решать метод неопределенных коэффициентов. Ну, сейчас я поясню на конкретном примере, давайте. Смотрите, вот у вас есть такое уравнение. Вот. Мы сегодня очень много успели, но это потому что разбор задач происходит быстро, а вот доказательство теоремы идет очень медленно. Вот смотрите, например, такое уравнение. Y2' плюс Y равно, например, X. Правая часть стоит не просто квазимногочлен, а настоящий многочлен. Так? Значит, ну, во-первых, само уравнение Y2' плюс Y, Y2' плюс Y равняется нулю, имеет общее решение в виде C1 косинус X плюс C2 синус X, конечно. Но речь не об этом, а речь о нахождении частного решения. Оказывается, что в нерезонансном случае, если будет рассказано в деталях, это просто анонс такой, значит, резонанс и нерезонансный случай. У нас нерезонансный случай, потому что если в правой части стоит многочлен, который умножается на e степени μx, случай называется нерезонансным, если μ не является корнем характеристического уравнения. Мне вообще μ равняется нулю здесь, смотрите, e в степени 0 умножить на x. Вот, а какие корни? Плюс-минус i. Плюс-минус i. То есть нет совпадения, да? Тогда частное решение y с волной ищется в виде произвольно многочлена той же степени. То есть ax плюс b. Ax плюс b. Ну, мы даже и как найти a и b, просто подставить. Но это линейное уравнение, второе произвольно равняется нулю. То есть вы просто получаете при подстановке ax плюс b должно равняться x. Но это означает, что b равняется нулю, а равно единице. Так что вот, добавив x сюда к общему решению, мы получаем решение неоднородного уравнения исходного, вот этого уравнения. Вот. Но это будет все рассказано подробно. Есть какие вопросы? Так, ну это предстоит еще освоить, конечно. Это такой довольно большой массив информации. Значит, как решать неоднородные уравнения, если правая часть квазимногочлен. Я вам описал, что такое квазимногочлен. Вот, довольно разнообразные правые части бывают. Вот так. А второй случай. Второй случай. Как поступать, когда не квазимногочлен? Ну, тут на помощь приходит вот метод Лагранжа, метод вариации постоянных. Его продемонстрирую в деталях. Вот. Он позволяет решать. Он просто сложнее в работе, чем подбор частного решения. Вот мы тут могли в уме найти это x, конечно.
ну, просто простое уравнение, конечно. Вот. А когда пользуюсь методом Лагранжа, там придется немножко поработать. Ну, все тоже можно сделать. Вот так. Ну что, вопросов нет или все-таки есть? Что-нибудь не хотите спросить? Это вот ближайшие 2 недели на семинарах вы будете отрабатывать тему решения линейных уравнений произвольного порядка с постоянными коэффициентами. Вот так. Окей, тогда мы все разобрали, даже больше, чем я предполагал. Вот. И с вами расстаемся до следующего раза. Всем до свидания. Спасибо, до свидания. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Всем до свидания.